Всем добра и позитива! В эфир врывается по-весеннему свежая студия 11. И вот о чем мы расскажем в ближайшее время. Чтобы не болеть, полезные упражнения для профилактики простуды. И упражнение это называется «Тарзан». Если ребенок растет избалованным, что делать? Советы психолога. Такое воспитание – это не забота о ребенке, это не свободное воспитание, а воспитание, основанное на принципах вседозволенности. Первым делом поспешить поздравить. Кого и с каким праздником? Ну, у нас каждый день можно что-нибудь отмечать. Вот сегодня, к примеру, День сотрудников частных охранных агентств России. 28 лет назад был принят закон о частной детективной и охранной деятельности. В честь этой даты security учредили собственный профессиональный праздник. К слову, охранников в нашей стране сейчас почти миллион. Частные детективы. Так в России называют людей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и получивших лицензии на осуществление сыскной деятельности. По закону частный детектив может предоставлять несколько видов услуг. Собирать сведения по гражданским и уголовным делам, изучать рынок и собирать информацию для деловых переговоров и предупреждения недобросовестной конкуренции. Выяснять биографические данные о гражданах с их согласия, разыскивать без вести пропавших, а также потерянные имущества. И, наконец, к празднующим могут присоединиться и телохранители. Хотя эта профессия не имеет официального статуса, фактически она давно существует в России. В настоящее время в стране насчитывается почти 8000 телохранителей, работающих на постоянной основе. В общем, с праздником! Настя, когда тебе хочется перекусить, но при этом ты не планируешь объедаться, что ты выберешь? Ну, скорее всего, это будет нечто полезное и недолгое в приготовлении. Тогда сейчас я познакомлю тебя с простым рецептом из разряда ПП – правильное питание. Всем привет! Сегодня мы приготовим очень простой завтрак из тех продуктов, которые, как правило, бывают у нас в холодильнике. Томаты, перец, колбаса какая-нибудь да всегда есть в холодильнике, сыр и яйца. Сейчас мы приготовим очень простую, но очень вкусную яичницу в помидоре. Вуаля! Отрезаем верхушку томата и достаем из него сердцевину. Аккуратно надрезаем, чтобы не сломать структуру стенки. В современном гастрономическом обществе считается плохим тоном, когда на кухне есть отходы. Из сердцевины получается очень вкусная аджика. Сейчас мы берем колбасу. Кому как удобно, можно нарезать солонкой, можно нарезать кубиком. Мы нарежем солонкой, нам быстрее и удобнее. Чуть-чуть обжарим колбасу, добавим яйца. Делаем всем знакомую болтушку. Начинка готова. В домашних условиях можно даже не класть в печь томат, потому что в микроволновой печи он доходит до готовности в течение 3 минут. Перекладываем начинку. У нас немного грузинская кухня, у нас сыр только домашний. Сыр может быть абсолютно любой, гауда, российский. Отправляем в печь до расплавления сыра. В микроволновой печи это минуты 2-3. У нас сыр домашний займет, ну, минуты 4. При желании, если есть дома зелень, можно украсить это веточкой петрушки. А если у вас есть какие-то предпочтения по соусам, то можно это все смочить соусом. Приятного аппетита! Все больше человечество задумывается об экологичных источниках энергии. Амстердам, например, намерен полностью отказаться от дизельного топлива. С недавних пор там заработала плавучая электростанция. Эта лодка, плывущая по каналам Амстердама, внешне не отличается от сотен других. Под ее палубой расположилась высокотехнологичная начинка – 66 ионно-литиевых батарей. Это новая плавучая электростанция, от которой смогут заряжаться местные прогулочные катера и коммерческие суда. Здесь проходят электрические кабели, которые соединяют батареи с двигателем. И самое главное – коммуникационные кабели. Поэтому мы видим все данные о работе батарей и можем узнать, есть ли какие-нибудь проблемы. Амстердам планирует к 2025 году полностью отказаться от дизельного топлива. И уже до конца декабря вдоль каналов установят 100 зарядных станций для судов с электромоторами. Но городу очень необходимы и плавучие станции, как эта.
Вместо того, чтобы строить новые электростанции в городе, где для этого не хватает места, нужно обеспечить сюда электроэнергией с помощью мобильной станции. Это очень подходит Амстердаму. В городе насчитывается 12 тысяч прогулочных катеров, и только 5% из них экологичные. Владельцам придется либо продавать суда с дизельным двигателем, или покупать новые, либо устанавливать электромоторы. Модернизация будет стоить от 4 до 40 тысяч евро, в зависимости от размера судна. Прогулочные катера в Амстердаме работают по 14 часов в день. За год они перевозят миллионы туристов. Профессиональные исполнители имеют в своем арсенале множество упражнений для разминки голоса и развития дыхания. И что интересно, эти же самые упражнения могут пригодиться и нам с вами в качестве профилактики некоторых заболеваний. Сегодня я вам покажу упражнение, которое представляет собой лучшую профилактику от простудных заболеваний и инфаркта миокарда. И упражнение это называется «Тарзан». Последовательность звуков И, Э, А, О, У. И при этом мы постукиваем себя в области груди. Например, И, Э, А, О, У. После этого упражнения вы можете почувствовать учащение сердцебиения или легкое головокружение. Выполняя это упражнение каждый день, вы почувствуете, как ваш голос стал более сильным и плотным, а также улучшилось самочувствие. Все родители, безусловно, любят своих детей и стараются сделать мир вокруг них как можно комфортнее и добрее. Позволяют им многое, пока они еще маленькие. И это может потом сказаться на характере ребенка. С возрастом он становится более капризным и избалованным, а это уже может стать настоящей проблемой. Как вырастить малыша, который не будет хныкать и устраивать скандалы по каждому поводу? Слушаем советы психолога Татьяны Лыбкиной. Татьяна Николаевна, почему дети вырастают избалованными? С чего все начинается? Ну, давайте немножечко посмотрим назад. Советское наследие наших родителей, оно, конечно же, оставляет отпечаток на нас и, собственно, на наших детях. Потому что раньше воспитание строилось все-таки на таких суровых принципах. И тактильные контакты, какие-то нежности. Все это не просто осуждалось, но, в общем-то, было это не принято. Да? И поэтому современные родители, они кинулись в другую сторону, как водится. Да? Позволяют ребеночку практически все. Ребенка ставят во главу угла и, скажем так, создают кумира для себя. То есть весь жизненный уклад переворачивается с ног на голову, потому что все делается в угоду ребеночку. И, конечно, такое воспитание – это не забота о ребенке, это не свободное воспитание, а воспитание, основанное на принципах вседозволенности. Конечно, оно очень чревато, и ребенок в первую очередь сам будет страдать от этого. А с чего же начать тогда воспитание? Угу. Самое главное понять, чего мы хотим, каким мы хотим видеть своего ребенка. Если мы хотим видеть его здоровым, гармоничным, умеющим сочувствовать, умеющим не только брать, но и давать хорошие дела, положительные эмоции, то, конечно, необходимо пересмотреть вот эту политику вседозволенности. И самое первое, что нужно делать, это, конечно же, требовать от ребенка осознания, что именно он отвечает за свои поступки. И это можно делать уже с самого раннего возраста. Ребеночек, малышек должен понимать, что если он что-то сделает, последствия этих действий отразятся в первую очередь на нем самом. И это будет его забота, его проблема, как разрешить эти последствия. Если ребенок будет это понимать, то, конечно же, он сначала 7 раз отрежет, только потом отмерит. А вот как не перейти эту грань? Угу. Вроде бы и ласку хочется все-таки дать, угу, и как-то донести до ребенка, что именно он ответственный.
Грань, казалось бы, неуловима, но на самом деле здесь достаточно все просто. Нам нужно очень четко взвешивать свои «нельзя» и «можно», что за этим стоит. Да? Как правило, родители запрещают ребенку, если для него что-то небезопасно. Да? То есть нужно понимать, опять же, самому родителю, что будет стоять за твоим «нельзя». Забота о себе и своем спокойствии, о чистоте в доме, да, когда вот это тот перегиб, когда все запрещается ребенку, о том, чтобы ребенок не разбрасывал, не мусорил. Либо же мы делаем все в угоду ребенку, и тогда он не видит этих границ. Задача каждого родителя – поставить эти границы, эти рамки ребенку, потому что они нужны в первую очередь для самого ребеночка. Если ребенку не установить границы, он будет сам их устанавливать. А это, конечно же, чревато тем, что он не будет принимать никакие требования, никакие стандарты. Это будет, ну, в общем-то, социально неприемлемое поведение. И вы прекрасно знаете, Анастасия, что такой ребеночек будет очень страдать в садике, в школе с другими детьми, потому что правила нужно уметь соблюдать. И задача любого родителя – эти правила ребеночку выстроить. Самое важное – сказать ребенку, что нельзя, почему это нельзя, объяснить, что за этим стоит. И здоровое, правильное воспитание, оно, конечно, дает ребенку право выбора. Да? Когда на ребенка не давят, когда ребенку предоставляют возможность выбрать самому, что он будет делать, тогда и будет формироваться ответственность за свои поступки. Ну вот пример. Мама пришла с магазина, принесла фрукты. Ребенок хватает яблоко, хочет его съесть. Да? Что мы, как ответственные родители, должны сказать? Яблочко нужно помыть хотя бы потому, что после того, как ты его скушаешь грязным, будет расстройство желудка, будет болеть животик и так далее. Если ребенок балуется и хочет все равно его съесть, да? Наша задача здесь не перегнуть палку, а дать возможность выбора ребенку. Ограничиться лишь предупреждением, да? Если ты его... То есть не наказывать? Не наказывать, не отбирать это яблоко, а дать ему возможность самому решить, да? Хорошо, я тебя предупреждаю еще разочек. Если ты его скушаешь непомытым, животик будет болеть. Ребенку не нужен больной животик, на него никто не давит, ему дали право выбора. И он уже будет понимать, что его решение, да, за свое решение он сам будет нести ответственность. Да? То есть вот такими маленькими шажочками, с маленьких примеров, но все больше такой, более серьезные поступки. Да? Татьяна Николаевна, спасибо вам большое. Надеюсь, наши телезрители будут следовать вашим рекомендациям. Спасибо за беседу. Пожалуйста. Любая одежда, даже самая ноская, со временем приобретает неприглядный вид. Может истрепаться или порваться. Что уж говорить о той, которая всего ближе к телу – белье. Когда стоит менять одну из важных частей женского гардероба? Узнаем у специалиста. Как же понять, что бюстгальтер пора менять? Ну, все очень просто. Мы уже говорили о том, что основной элемент нашего бюстгальтера – это пояс. Так вот, как только пояс выходит из строя, то есть растягивается и перестает держать нашу грудь, его пора менять. Как понять, что он перестает держать? Все очень просто. Он начинает задираться по спине. Он задирается по спине, грудь у нас начинает ползти вниз, он не осуществляет свою самую основную функцию – поддержку. Соответственно, в принципе, функционально бюстгальтер уже нам вот этот вот не нужен. Да? Нам нужно его заменить. Поэтому мы идем в магазин и выбираем нам очередной правильный бюстгальтер с правильной посадкой и с правильной поддержкой. Итак, позади половина программы. Давайте узнаем, что ждет нас во второй ее части. Любовный напиток. Театральный критик о премьере. Вы знаете, впечатление очень хорошее и очень радостное. Это радостный, веселый спектакль. И ему найдена прекрасная форма. Спектакль в кино. И в пир, и в мир. Модный лук на все случаи жизни. Одежда должна быть универсально удобной. Но она в то же время не подразумевает, конечно, рваных джинсов, каких-то непонятных футболок.
Сыктывкаре сегодня в третий раз открывается Северный культурный форум, который посетят более 600 участников. Помимо работы экспертных площадок, запланирована обширная фестивальная программа, стать частью которой смогут жители Республики Коми. Тема «Культура счастья» объединит деловое и культурное направление форума. Как формируется ощущение человеческого счастья? Способны ли культурные институты влиять на благополучие и удовлетворенность жизнью россиян? Возможно ли стать счастливее, увеличив степень личного погружения в культурную среду? Эксперты будут дискутировать в поисках ответов на вопросы, а творческие коллективы России предложат зрителям повысить коэффициент личного счастья, окунувшись в водоворот культурных событий. Завтра, 12 марта, наш телеканал будет вести прямую трансляцию торжественного открытия форума. Начало трансляции в 11:30. Продолжим разговор о культуре. Сыктывкар встречает гостей юбилейного фестиваля «Сыктывкар Сатулыс» имени народной артистки России Ии Бобраковой. Он стал по-настоящему культурным брендом региона. За 30 лет фестиваль представил зрителям более 200 спектаклей и концертных программ. Приобрел авторитеты и признание среди профессиональных музыкантов, артистов, критиков. Воспитал свою театральную аудиторию. На «Сыктывкар Сатулыс» выступают артисты из Швейцарии, Италии, Австрии, Португалии, Финляндии, Германии, Чехии, Сирии и других стран. Победители самых престижных оперных и балетных конкурсов. В этом году фестиваль начался с премьеры комической оперы Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». На первом показе побывала наша следующая героиня. Эксперт Северного культурного форума, а также член редакционного совета информационного портала и газеты «Музыкальный Каландайк». Журналист, продюсер, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства Надежда Кузякова. Нам удалось пообщаться с ней и узнать, чем впечатлил ее наш «Любовный напиток», а также ее ожидания как от фестиваля, так и от Северного культурного форума. Надежда Александровна, расскажите, какие у вас впечатления от спектакля «Любовный напиток»? Вы знаете, впечатления очень хорошие и очень радостные. Это радостный, веселый спектакль, и ему найдена прекрасная форма. Спектакль в кино. Причем я даже сказала не в кино, а скорее в такой вот веб-трансляции, да, в живой прямой трансляции. И, может быть, этот сам по себе прием театра в театре, кино в театре, ну, нельзя сказать, что он прям такой уж новый, но вот эта подача вот этой сиюминутной трансляции, она настолько, мне кажется, зрительный зал в хорошем смысле зацепила, и крупные планы настолько дали нам возможность увидеть переживания героев, что это было очень здорово. Ну, что переведено на современный мир. Да. И нам, зрителям, понятен более. Ну, на самом деле, история-то вечна. Да, история вечна. Вера в чудеса, вера в какие-то волшебные эликсиры, которые вдруг могут привлечь к нам любовь тех, кого бы нам хотелось. Это же, как сказать, это неистребимо, а в итоге-то побеждают простые чувства, и оказывается, что не нужны никакие привнесенные средства для того, чтобы любящие люди могли соединиться. Масса интересных находок, масса забавных вещей, когда публика искренне смеется. И хочу отдельно сказать, это итальянская опера, ее надо спеть. И то, что театр обладает вот таким ресурсом для того, чтобы исполнить это непростое произведение, исполнить его так легко, это, конечно, большое достижение, и это радостно. Планируете еще какие-то постановки посетить у нас? Вы знаете, я думаю, что, надеюсь, очень, может быть, приехать осенью на балетный фестиваль. Но хотела бы сказать несколько слов о замечательном спектакле «Сказки Гофмана», который на московском фестивале «Видеть музыку» я его видела. Это было одно из самых ярких событий фестиваля, бесспорно. И как бы продемонстрировал то, мы про это говорили, мы про это писали, что театр оперы и балета «Коми» бесспорно выходит на лидирующее положение в России. Это очень радостно. Надежда Александровна, вы будете модератором на одной из площадок Северного культурного форума. Расскажите, какая тема у вас будет? Вы знаете, у нас тема, как нам представляется, очень актуальная – культура в современном информационном поле. Причем мы привлекли специалистов, которые представят практические кейсы. Как рассказать современному человеку о культуре, как донести суть и смысл культурных событий, как привлечь и вовлечь людей вот в эти процессы, с тем, чтобы они захотели прийти в музей, захотели прийти в театр. И у нас замечательные, очень интересные спикеры, если позволите, я скажу, потому что среди наших спикеров издатель музыкального «Клондайка» и генеральный директор компании «Арт-центр Плюс» Елена Лащенко, которая затронет очень интересную тему как бы проектного мышления в подаче культурных событий.
А у нас будет лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Менчонок. У него масса всяких титулов, там и актер, и режиссер, и драматург. Но он сам себя считает, говорит хорошее слово, рассказчик, потому что очень важно уметь рассказать о культурном событии так, чтобы вам захотелось туда прийти. У нас будет Йоси Тавор, обозреватель радио «Орфей», большой мастер интервью и очень интересный человек. И у нас будут еще люди, которые занимаются серьезной практикой в области управления культурой, вот Эльгиз Янбухтин. Потому что составной частью управления любым культурным объектом, любым культурным событием, конечно, является вот эта информационная составляющая. Если вы не донесли информацию о вашем событии, ну, считайте, что как бы его нету. Программа достаточно обширная. Обширная, и мы очень рады тому, что это, я еще раз повторю, что это будут практики. То есть это люди, которые осуществляют всю эту деятельность на практике. И мы будем очень рады, если к нам придут театр оперы и балета 13-я пятница, 14-15. Приходите. На ваш взгляд, в чем масштабность заключается таких проектов, как Сыктывкар-Сатолыс и Северный культурный форум? Вы знаете, вот фестивали и форумы, мне кажется, они очень важны, потому что профессионалы всех отраслей, и культура не исключение, часто находятся вот в неком таком вот своем ареале. Очень важно встречаться, очень важно разговаривать, очень важно видеть, что делают коллеги. Вот, и мне кажется, это замечательно, что сейчас вот культурные форумы стали проходить вот в регионах, собирая интересных людей, призывая их к обмену опытом. Это очень-очень важно, потому что, ну, вы знаете, как вот меня учили в институте, я в свое время училась в ГИТИСе, да, и наш педагог, она говорила, если вы проговорили с коллегами проблему, считайте, что вы ее наполовину уже решили. Поэтому я надеюсь, мы обсудим ряд интересных проблем и найдем какие-то решения. Надежда Александровна, спасибо вам за беседу душевную, спасибо. И желаю вам успехов. Спасибо большое вам. Одеваться стильно, красиво и при этом удобно. Это порой бывает нелегко, особенно нам, девушкам. Я тебя уверяю, такое возможно. Главное – подобрать соответствующий стиль в одежде, и ты будешь просто порхать и чувствовать себя комфортно в любом месте и в любое время. Итак, стиль Smart Casual. Что это из себя представляет, чем отличается от обычного casual стайла? Это стиль, который переводится как «элегантная повседневность». Также он используется и в деловом мире, потому что деловой мир – это мир скорости, мир умения решать быстро проблемы, поэтому одежда должна быть универсально удобной. Но она в то же время не подразумевает, конечно, рваных джинсов, каких-то непонятных футболок. И галстуки, наверное, тоже не нужны. Галстуки, конечно, не нужны. Пиджаки присутствуют, но они должны быть не делового стиля. Город небольшой, но в то же время иногда наши пробки заставляют нас где-то передвигаться быстро, пешком. Для этого и существует, кстати, в этой одежде и обувь, которая не каблуки, точно нет. Это какие-то лодочки, какие-то лоферы, то, что тебя делает свободным. Кроссовки сюда подойдут? Нет. Это стиль повседневности, который затрагивает нашу жизнь каждый день. Работа, учеба, школа, детский сад. Мы можем пойти на спорт в этой одежде. Мы можем встретиться с друзьями в ресторане, с бизнес-партнерами, которые, для которых не обязательно этот деловой стиль, с которыми всегда встреча должна быть как с компаньонами. Соответственно, человек должен себя чувствовать раскрепощенно. Но все-таки casual стиль, он подразумевает, наверное, какие-то определенные элементы гардероба. Это обязательно классическая рубашка, у женщин юбка-карандаш или классические джинсы, пиджак, клубный пиджак, лучше клубный, не классический. И вот, собирая образ, может получиться вот этот вот smart casual. Ну, раз уж мы заговорили об одежде, не грех вспомнить и про украшения. Ну, у вас, у девушек, с этим проблем, думаю, нет. Особенно после 8 марта. С количеством, может, и нет. Но вот как выбрать украшение, чтобы и выглядеть ярко, но при этом не быть похожим на попугая? Нам поможет специалист. Хочется носить яркие акцентные украшения, но в то же время выглядеть спокойно. Как? Рассказываю. Выбирайте украшения в классическом сочетании
материалов, например, металл и камень. Классическое сочетание металлов – это не про вместе серебро и золото, это только серебро и только золото, и это будет про спокойствие. Если нравится носить несколько шейных украшений, то проследите, чтобы они не путались между собой. Еще про спокойствие – это замкнутость шейных украшений и один стиль украшений, который вы выбираете комплекты. Вот такие несколько советов, как можно носить яркие акцентные украшения и в то же время выглядеть спокойно. В Уктыле впервые провели региональный этап соревнований по шахматам в рамках 21-й республиканской спартакиады учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в 21 веке» и в рамках всероссийского проекта «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций республики. В Уктыл приехали шахматисты из Ухты, Сыктывкара, Усть-Кулома, Ижмы и Инты. Турнир дает право победившей команде поехать в Сочи на финальные соревнования. Идем дальше! Есть люди, которые ради любви к животным готовы на многое. Как, например, сотрудники одного из лондонских приютов, где живет двухлетняя кошка Моник. На днях у нее был день рождения. Обычно в таких случаях сотрудники приюта собирают вместе много животных, чтобы имениннику было весело. Но с Моник все иначе. Дело в том, что Моник больна иммунодефицитом кошек, и ей нельзя контактировать со своими собратьями. Из-за этого сотрудники приюта решили поддержать своего питомца и устроили ей праздник. Друзья, хорошего вам настроения и удачи! Студия 11 скоро вернется в эфир. Пока, Республика!